Я бы хотел акцентировать внимание, что в бизнесе, что в спорте очень похожая методика отбора людей. Взять, для примера, футбол, когда ты покупаешь дешевого перспективного футболиста и прокачиваешь его. Я сам пришел в эту сферу деятельности на 4-м курсе института и начинал с электромонтажника на стройке, и тем не менее вот добился хороших результатов. Так же, как и любой спортсмен может прийти, перспективный, начинающий, и показать какие-то хорошие результаты. Также и в бизнесе. Сегодня наша компания первый раз участвовала в подобном мероприятии, поэтому, ну, конечно же, основное было почувствовать почву, посмотреть, что, как, ощутить вот эту атмосферу. Конечно же, хотелось победы, но в целом это больше такое мероприятие по сплоченности коллектива и поднятия корпоративного духа. Наверное, больше всего запомнилось испытание перетягивания каната, где как раз наша команда показала наихудший результат, как я считаю. Кто в лес, кто по дрова, продули полностью. Но самое главное, что после этого сделали выводы организационные, поняли, как нужно действовать в следующий раз. И, конечно же, мы заряжены на то, чтобы приехать сюда еще и показать более высокие результаты.